Особое мнение на 101FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко. Вячеслав Степанович, добрый день. Добрый день. Ну что, подведены уже практически окончательные итоги выборов. Результаты голосования и явка нам тоже известны. И со всех сторон обсуждается как раз именно вопрос явки. В частности, вот только что закончилась пресс-конференция в Кирове, которую проводил глава регионального избиркома Алексей Круглов, и он считает, что при сложном в целом отношении к власти в Кировской области мы показали хорошую явку на выборах 18 марта. Эта явка составила 62,75%, ее не было практически 20 лет. Но, собственно говоря, сама явка, она и до выборов была предметом всеобщей такой ажиотажной, если не дискуссии, то обсуждения, как минимум. Почему вы считаете, именно явке было уделено столько внимания? Вы знаете, стоило ли так трудиться над ее показателями? Стоило, потому что явка — это в том числе показатель гражданской зрелости населения и гражданской активности населения. И поэтому явка, которая в целом по стране также достаточно высока, и причем поддержка, ну, будем говорить, сегодня практически уже победившего Владимира Владимировича Путина, легитимна. И если мы говорим о легитимности, что было одной из основных тем прошедших выборов, то более 50% в целом по стране населения, имеющего право голосовать, а это как бы и явка, и процент за кандидата, более 50% поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Поэтому гражданское общество в целом стало более зрелым, более ответственным. И не только старшее поколение, но и молодые ребята понимают ответственность, которую они возлагают на себя при голосовании за того или иного кандидата. А кому было важно показать легитимность этих выборов, Вячеслав Степанович? Все-таки больше своему населению России или западным странам? Я думаю, что все-таки это больше рассчитано на нас, на то, чтобы мы единое мощное государство, единая нация, которая способна в непростых условиях, в том числе международных условиях, показать, что мы одобряем и поддерживаем сегодняшнюю политику и действующего президента, и те основные направления развития нашего государства, которые он изложил в послании Федеральным собранием. Но, безусловно, и на зарубежье должно показать следующее влияние, потому что не секрет, что последние действия со стороны так называемых наших друзей, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, которые пытаются унизить нашу страну, унизить наш народ, наше правительство, государство, и президент в том числе, как бы они получили достойный ответ, что у нас есть понимание в обществе, понимание того, как страна развивается и к чему мы стремимся. Мы миролюбивая страна, но способны постоять за себя, способны отстоять свои национальные интересы. Утром не было еще сведений о том, что лидеры западных стран поздравили Владимира Путина с избранием президента. Мы знаем, что поздравил Китай, Северная Корея, однако страны Европы и Америка воздержались от поздравлений. О чем это говорит? Ну, это красноречивый факт, комментарии отношения этих стран, которые вы перечислили, и Америка, и некоторые страны, я бы сказал, не страны, вот здесь нужно четко разделять между руководством страны и ее народом. Я в силу своей работы часто бываю на международных встречах, как внутри России, так и за рубежом. И когда общаюсь с простыми людьми, в том числе и с американцами, с немцами, с французами, они осознают процесс, который происходит в России, поддерживают и говорят, что ваш президент, ваш Путин молодец. А вот реакция руководства им, конечно, не нравится. Не нравится, что у нас такая сплоченная страна, такой единый народ и такая поддержка нашего национального лидера. Между тем, страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России. Это все-таки меры не против одного человека и не против правительства России. Потому что они ведут за собой экономические последствия. И вам, как человеку, который в Совете Федерации занимается именно экономической политикой, наверное, это понятно? Безусловно, понятно. И я целиком полностью с вами согласен, что это действие не против конкретного человека, не против Владимира Путина или его ближайшее окружение. Это отношение к нашему народу. Народ, который способен формировать свою экономику независимо от всех санкций. Эти санкции показали бессмысленность их применения. Как с точки зрения экономического
развития, просто экономики, так и с точки зрения нагнетания военной напряженности. Вот те виды вооружений, которые Владимир Владимирович продемонстрировал на экране во время своего послания, показывают, что как бы ни приближались к нам базы НАТО, у нас есть сегодня чем ответить, у нас есть возможность противопоставить этим вооруженным силам стран НАТО. И, безусловно, поэтому в том числе вызывает вот такое, ну, будем сказать, агрессивное настроение со стороны руководителей западных стран. Я думаю, что все-таки они осознают бессмысленность, бесперспективность таких действий. А санкции, они, с одной стороны, кажутся, какой-то наносят, безусловно, какой-то вред. Но это возможность экономического развития нашей страны, нашей экономики. А вы заметили перестройки какой-то сырьевой на промышленный потенциал. Вот об этом как раз хотелось поговорить. Вы заметили какой-то рывок, который Россия произвела за это время действия санкций и предстоящих еще больших санкций в отношении нас? Вы знаете, не знаю, какие будут дальнейшие санкции, есть ли смысл в этих санкциях, но что говорить про экономику, про нашу. Безусловно, вот есть приоритеты в развитии различных отраслей экономики. Да? И за последние 15-17 лет приоритет давался развитию оборонно-промышленного комплекса. Для чего и почему? Потому что для того, чтобы развиваться мирно, нужно быть уверенным в завтрашнем дне в том, что никакие агрессии, никакие военные действия или иные силовые действия в отношении России не помешают развиваться нашей стране. Мы сегодня создали достойные вооруженные силы, и это в том числе за счет того, что военно-промышленный комплекс в целом в стране получала серьезные финансовые заказы, госзаказы на создание новых образцов оружия и дальнейшего развития. А все-таки госзаказы... А что касается других секторов экономики, вот у нас сегодня, и об этом тоже Владимир Владимирович в своем послании сказал, мы сегодня создали необходимые условия, материальные условия, технические, людские, в конце концов, условия того, чтобы наша армия была гарантом безопасности и развития страны. И теперь у нас есть возможность переориентировать приоритеты развития экономики на гражданские отрасли. И если и раньше поддерживалась гражданская экономика, да, и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, посмотрите с дорогами, как у нас сегодня хорошо в целом в масштабах страны развивается дорожное строительство. Да, вы конечно, так считаете? Я считаю, потому что это невозможно сделать все сразу одновременно. Если говорить о федеральных трассах, они приобрели новое лицо. Новое лицо реально, другие стали трассы. Что касается региональных и муниципальных трасс, конечно, здесь очень много проблем. И сегодня как раз передача достаточно серьезных финансовых ресурсов на региональный и муниципальный уровень позволит в ближайшие 5 лет решить в том числе и эту проблему. Я в этом просто уверен. Ну, о дорогах сегодня обязательно еще поговорим, но чтобы вернуться к военно-промышленному комплексу и не углубляться слишком в политику, давайте перейдем к экономике Кировской области, поскольку всем известно, что мы ориентировано жестко на военно-промышленный комплекс и, собственно говоря, бюджетные поступления от предприятий, которые производят элементы вооружения, они велики, и наш губернатор Игорь Васильев называет предприятие оборонно-промышленного комплекса опорой нашей экономики. Насколько все-таки это опора или опасность? Потому что, когда мы разговариваем с руководителями этих предприятий, никто из них не выражает уверенность в том, что госзаказы на оборонку сохранятся и будут наращиваться. Да и правильно ли это? Вы знаете, безусловно, зависимость наших многих предприятий Кировской области от гособоронзаказа, безусловно, существует. Но я хочу отметить, что даже в те времена, когда не было гособоронзаказа, руководители, прогрессивные руководители наших крупных предприятий находили возможность для диверсификации производства и выпуска товаров народного потребления. Тот же завод «Лепси», например, да? Они и сейчас выпускают, конечно, львиную долю занимает гособоронзаказ, но товары гражданского значения тоже есть в ассортименте выпускаемых продукции. Но я бы еще хотел... Но несравнимые совершенно доли и несравнимые финансы. Безусловно, но еще раз говорю. Посмотрите, то есть говорить о том, что машиностроительные предприятия оборонного комплекса в отсутствии оборонзаказов будут эффективно работать и пополнять наш бюджет, ведь не приходится, согласитесь? Согласен, но еще раз хочу сказать, опять вернемся к посланию президента, о чем говорил Владимир Владимирович. Мы сегодня разработали новейшие образцы военной техники, и теперь настало время вот эти разработки внедрить в гражданскую отрасли. То есть разрабатывать новые виды тракторов, комбайнов, если говорить о сельском хозяйстве. Вообще новые виды техники, которые способны на базе лучших разработок, которые сегодня есть в военно-промышленном комплексе, внедрять в гражданскую экономику.
Ну, мы пытались это сделать на протяжении последних 20 лет, однако мы далеко не достигли уровня тех предприятий, которые производят эту технику на Западе. Имеет ли смысл изобретать велосипед? Вы знаете, у нас очень много талантливых инженеров, конструкторов и вообще очень много научных кадров, которые способны разрабатывать лучшие, новейшие образцы. Настало время вернуться к традиции, хорошей традиции советского времени, когда у нас были лучшие в мире самолеты, когда мы первые освоили космос. Ох, про самолеты вы сейчас, конечно. Да, про самолеты я сейчас, но, к сожалению, пока, к сожалению, мы еще далеки от лучших образцов. Не просто далеки, мы опасно далеки. Как раз на это и нацелена сегодня диверсификация экономики, то есть перестроение с военно-промышленного комплекса на гражданского. Прервем на производство сейчас самолетов, тех же новых, новейших, но и других видов. Про самолеты обязательно сегодня тоже поговорим. Напоминаю, у нас студия Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Но мы говорим об экономическом развитии нашего региона. Естественно, связываем эту экономическую политику с результатами выборов, поскольку мы остаемся при прежнем президенте. Владимир Путин побеждает, победил уже, можно сказать, еще вчера вечером на сцене на Манежной площади или на Красной площади проходил митинг. Это было совершенно ясно. Итак, оборонзаказ все-таки, как вы считаете, вы, наверное, знаете, насколько он будет серьезен в ближайшие годы и насколько будет, может быть, еще расширен, еще будет расширен, потому что, напоминаю, что экономика Кировской области напрямую зависит от работы машиностроительных предприятий ВПК. Знаете, поддержание обороноспособности страны – это несколько иные, меньшие затраты, чем на создание мощнейших вооруженных сил. И поэтому в ближайшее время, безусловно, гособоронзаказ сохранится, но он будет ориентирован на другие цели и на другие задачи, которые будут ставиться перед каждым предприятием. Мы сегодня занимаем одно из ведущих мест по экспорту вооружения. Заказы нашего вооружения колоссальны. И я думаю, что вот эти доходы, которые будут, в том числе от продажи вооружений за границу, они тоже будут пополнять и федеральный бюджет, и региональный бюджет, и местный бюджет. Так, и все-таки вы верите в то, что конверсия на наших предприятиях – это реальная история, и что кадры, о которых вы говорили, высококвалифицированные кадры, способны обеспечить эту конверсию? Потому что у меня большие сомнения лично. Я не вижу, что за последние 25 лет нам удалось в машиностроении добиться выдающихся успехов. Вы знаете, я лично уверен. Прежде всего, на ваш вопрос, уверен ли я уверен. Еще раз повторяю, что у нас замечательный, талантливый народ. У нас замечательные, приятные, перспективные кадры, научные кадры. А результаты-то? Результаты будут, не беспокойтесь. Еще раз, если они результаты были, для получения результата было нацелено на создание мощных вооруженных сил, о котором я уже говорил, то сегодня возрождаются и научные институты, и опытные селекционные станции, если говорить о сельском хозяйстве. То есть сегодня мы реально перестраиваем приоритеты в развитии экономики с военно-промышленного комплекса на гражданский комплекс. И результаты мы увидим в ближайшие там, 3-5 лет. Я просто-напросто в этом уверен. И мы способны создавать и технику, и еще раз вернусь вот к больной теме, самолеты, и автобусы, и железнодорожный транспорт. Но самолеты, как раз еще раз я повторяю, не показывают нам, что мы способны создавать. К сожалению, у наших самолетов очень мало. И они падают. И люди погибают. Погибает. Ну, и нужно отметить, что падают в основном-то самолеты, которые были разработаны еще в прошлом столетии. И производились не только в России, и не столько в России, сколько на сопредельных наших бывших странах. Если мы говорим о недавней аварии. Конечно. Саратовских авиалиний, те самолеты, которые Ту-154, там, которые потерпел полтора года. Надо сказать, ну просто, чтобы не откладывать долгий ящик, что касается саратовских авиалиний, то с их уходом с нашего рынка, из нашего аэропорта, правда, под предлогом того, что будет проведена профилактика этих самолетов, мы лишились доступных, более-менее доступных рейсов, в том числе в Москву. Московское направление оголилось, я уже это почувствовала прямо на себе, потому что у нас в среду должен состояться эфир, и люди
люди, серьезные директора предприятий, отказываются в нем участвовать, потому что просто нет рейсов, которые доставят сюда людей к 11 часам утра. Понимаете? Безусловно. Что в этой истории нужно делать властям Кировской области, учитывая, что вы знаете сами, прекрасно, полтора года назад Победа тоже ушла из Кировской области, никто ее назад не позвал. Значит, ведется разговор с несколькими авиакомпаниями. Это мы слышим полтора года уже, ну, Вячеслав Степанович. По крайней мере, время от времени эта проблема решается. Да, безусловно, в полной мере не решена. Она не решена вообще, Вячеслав Степанович. Она не решена вообще. Развивается региональная ушла линия. Победа, ушла Победа, ушли саратовские авиалинии. Неизвестно, когда и с чем они вернутся, и люди будут опасаться летать на этих самолетах. Не решается эта проблема. Чего уж тут говорить? Правде в глаза давайте посмотрим. Давайте смотреть правде в глаза, но еще раз повторяю, вот вы меня спрашиваете, что должно делать правительство Кировской области. Вот конкретно. Оно делает то, что делает, оно ведет переговоры с ЮТР, с компанией, с КОМИ. Компании. И я думаю, что в ближайшее время результат этих переговоров... Они полтора года ведут эти переговоры? Полтора года у нас здесь было две компании. Полтора года. Угу. Да, даже три было компании. Так. Одно время. Ну, а сейчас у нас одна, другой нет. Ну, слушайте, чем рисковать летать на самолетах саратовских авиалиний, уже лучше вообще не летать. Пользуются услугами одной авиакомпании, которая более-менее надежна в данном случае. Вы понимаете, что это колоссальные убытки нашего аэропорта, и это лишает возможность кировчан летать в том числе и в Москву. И не просто кировчан, которые жаловались с уходом Победы, что невозможно стало летать, недоступны стали билеты, но теперь уже и крупных бизнесменов, и тех самых инвесторов, которыми пытались привлечь развитие аэропорта, которых пытались привлечь. Понимаю, не только я понимаю, это и правительство Кировской области. Надо ли ехать в Аэрофлот и пытаться договариваться, чтобы вернуть Победу? Аэрофлот достаточно сложная компания до тех пор, пока они практически являются сегодня почти монополистами на рынке перевозок. И поэтому, к сожалению, ни на какие более-менее разумные переговоры Аэрофлот не идет. Я уже сказал, что ведется переговоры сегодня с ЮТР, ведется переговоры с С7, компания, которая является как бы конкурентом в какой-то степени на маршрутах Киров-Москва и на других маршрутах. Но они что-то не спешат к нам зайти. Ну, для этого необходимо в том числе рассчитать свои возможности для их компании. Посмотрим. Я думаю, что результаты будут в ближайшее время. То есть вы считаете, что ситуация сейчас не критичная? Я считаю, что не критичная. Тем более, вы на поезде ездите? Я езжу на поезде. Меня это устраивает. Если мне надо в Москву на целый день, я сажусь вечером на ту же ветку и приезжаю в 9 часов утра. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть пораньше она выходила, чуть пораньше приходила в Москву, но я успеваю за рабочий день там все, что необходимо. И также вечером садишься на поезде, в 8:30 ты уже в Кирове. То есть, опять-таки, ты приезжаешь с начала рабочего дня. И здесь, по крайней мере, гарантированно, независимо от погоды. Причем это не зависит не только от погоды, но от той компании, которая осуществляет полеты на территории всей Российской Федерации. Но в таком случае наш аэропорт Победилова окончательно, он сейчас убыточен, но если он нам все-таки мерещилось, что он скоро на безубыточность выйдет, то теперь-то совсем провал. Ну, я не соглашусь с этим. Я не думаю, что он закроется целиком полностью, и не думаю, что вот убыточность аэропорта определяется не теми компаниями, не только теми компаниями, которые летают и осуществляют перевозки пассажиров, в том числе организации самого бизнеса, как самостоятельного комплекса бизнес-единицы. Если вернуться к проектам, которые связано с развитием экономики Кировской области, с ВПК, все понятно, какое у вас мнение. А обращался ли город Киров, может быть, чиновники регионального уровня, бизнесмены напрямую, обращались ли к вам за последний год с какими-нибудь предложениями, инвестиционными проектами или там, с просьбой о помощи продвинуть что-то в законодательство, что помогло бы развиваться тем видам бизнеса, которые в Кировской области представлены, например, лес? Ну, напрямую не обращались, по крайней мере, каких-то инвестиционных предложений не было, но, тем не менее, когда мы в Совете Федерации проводим круглые столы либо публичные слушания, связанные с развитием различных отраслей экономики, в том числе развитием лесной промышленности, мы всегда приглашаем наших бизнесменов из Кировской области не принимать активное участие. Ну, сказать, что но обращались к вам конкретно не только. Напрямую никто не обращался? Напрямую не обращались, но когда, наоборот, я обращаюсь, когда я и мои коллеги тоже, когда мы видим, что есть какое-то публичное мероприятие, где вы сейчас
участвуют потенциальные инвесторы, либо предприниматели, которые могут прийти на территорию Кировской области. Мы приглашаем представителей правительства Кировской области, приглашаем бизнесменов кировских, для того, чтобы они приняли участие, могли заявить о себе, представить свои проекты. В этом плане, конечно, есть. Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области. Вячеслав Степанович, а какие отрасли экономики в Кировской области вы считаете опорой для нас, и что нужно развивать в регионе? Ну, вот вы же уже сказали, вы же назвали. Вы назвали и оборонно-промышленный комплекс. Так сложилось так, это не сейчас, не последние там 5-10 лет. Ну, это с этим это все исторически понятно. Сложилось. С этим, да? Все понятно. И лес, и сельское хозяйство. Мы по производству молока сегодня занимаем лидирующие позиции. Да, и оно сильно упало в цене, и у нас нет перерабатывающих предприятий. Ну, у нас есть перерабатывающие предприятия, к сожалению. Недостаточно. Недостаточно, согласен. Они есть, но недостаточно. У нас есть хорошие предприятия, которые производят хорошую продукцию, пользуясь спросом не только у жителей Кировской области, но и сопредельных регионов. Но, безусловно, развиваться необходимо и дальше. То, что касается цен на молоко, да, безусловно, здесь необходима в том числе и государственная поддержка. Поддержка не только финансовая, но и где-то иногда политическая, административная, что мы, правительство Российской Федерации, делает. В том числе иногда приходится даже достаточно жестко поступать в отношении своих друзей, партнеров, например, как было с Беларусью, когда было... Регулярно. Да, регулярно как бы, пытаются поддержать. Да, поддержать. Но у нас еще есть у нас как бы резервы. Как это принято сейчас говорить, интересно. В сельском хозяйстве. Знаете, я открою вам фермеры секрет. Жалуются. Я не открою недавно секрет. Скармливали молоко телятам. Не могли его продать. Работают себе в убыток. Поэтому здесь должны еще раз. Вот что касается молочного производства, здесь требуется, безусловно, и развитие новых мощностей строительства, и финансовая поддержка дотации сельхозпроизводителям на молоко. Но я говорю сейчас не о молоке. Я сейчас говорю о других видах сельскохозяйственного производства. В частности, например, Кировская область в недалеком прошлом была лидером по производству, по выращиванию льна. Сегодня, к сожалению... О, это было очень давно. Да, это было очень это давно. Уже вспомнила, как бабка, я гдилкой была. Ну, честное слово. Лет 50 назад так конечно. Было. Конечно. Да. Ну так почему? Что нам мешает сейчас? У нас прекрасно есть поля для того, чтобы возродить это производство. Поддержка. Поддержка есть. Сегодня есть целая программа по выращиванию льноводства, по развитию льноводства. И в том числе федеральная программа, которая предусматривает и финансирование, и субсидирование, и поддержку таких производителей. Смотрите, как бы вас мечтателем не назвали, Вячеслав Степанович. Ну, знаете, я оптимист. Я тоже кольну, хорошо отношусь. Оптимист. Но я не говорю, что это единственное. Да? У нас много возможностей. Вообще Кировская область уникальна по своим природным условиям. Вот начиная если от юга, где практически степи, да, и до севера, где чуть ли не в тундру мы упираемся. Да? Зона, как это называется, рискованного земледелия у нас. Да. Сейчас прервемся буквально на короткую рекламу. Я бы хотела с вами поговорить про бюджетный маневр, который практически осуществил Владимир Путин в начале марта. Там очень серьезное заявление, поскольку было сказано, что расходы на здравоохранение и инфраструктуру должны быть удвоены. Вот за какой счет, какими ресурсами это удвоение там произойдет, хотелось бы обсудить с вами. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занькович, Слав Тимченко, сенатор от Кировской области. Здесь, в студии с нами, это его «Особое мнение», вы слушаете. Итак, в начале марта Владимир Владимирович Путин практически одобрил бюджетный маневр. Он заявил, что расходы на здравоохранение и инфраструктуру должны быть удвоены. И если говорить про здравоохранение, то было сказано в послании Федеральному собранию, что в 2019-2024 годах должно быть направлено на более 4% от ВВП, а стремиться нужно к 5% от ВВП именно на здравоохранение. Но это такое действительно тоже беспрецедентное заявление. Как это должно на нас конкретно сказаться? Вот давайте прямо на Кировской области, и, может быть, вы приведете в примеры, что там уже из действующих программ. Дмитрий Курдюмов тут развернул очень активную деятельность. Безусловно, здравоохранение – это одна из самых таких чувствительных составляющих нашей жизни. И те, будем так говорить, оптимизация, которая была начата там, лет 8 назад, она, конечно, мое особое мнение, она несла большой вред в состоянии медицины в Кировской области. Закрывались
остались безальтернативно. ФАПы, не ремонтировались больницы. Все это сегодня несколько по-другому подходит к здравоохранению, к содержанию объектов здравоохранения. Восстанавливаются и будут восстанавливаться ФАПы, реконструируются, ремонтируются больницы, которые оказались в ветхом состоянии. Безусловно, не хватает врачей. И поэтому от населения, от жителей поступают и критические замечания, и предложения вернуть распределение, которое было в советский период. Вы за это предложение? Знаете, возможно, да, но нужно посмотреть, чтобы не нарушались права человека. Вот это основной довод, который принимают защитники, правозащитники, когда говорят, что если вводить такую норму, то это нарушение права человека на выбор свободы проживания, нахождения, работы и так далее. Но здесь есть и плюсы, и минусы. Здесь нужно просто посмотреть, в каком механизме, в каком аспекте. Если это будет за счет не просто направления, а за счет определенного финансовой поддержки, в том числе на какой-то промежуток определенного времени, но это следует обсудить с экспертами, в том числе с теми молодыми специалистами, которые сегодня еще учатся в институтах. И нужно понять, что может их привлечь непосредственно не только в сельскую местность, но даже в небольшие города и поселки, чтобы оказывать качественные медицинские услуги. Что сегодня делается вот в рамках послания, которое сказал Владимир Владимирович для Кировской области? Ну, уже принято решение о выделении в ближайший год-полтора 192 миллионов на здравоохранение, целиком полностью. Причем достаточно большая часть идет, вот как раз то, о чем я говорил, на ремонт, и пойдет на ремонт и реконструкцию медицинских учреждений, и достаточно большая сумма будет потрачена на то, чтобы создавать мобильные, подчеркиваю, мобильные медицинские бригады. Это будет выглядеть следующим образом. Уже есть размещен определенный заказ. Если упрощенно говорить, то это автобус, внутри которого находится различное оборудование, которое позволит производить диагностику. И это бригада врачей, которая будет выезжать в удаленные места. В первую очередь, конечно, будут являться ветеранам, инвалидам, людям с ограниченными возможностями, пенсионерами. Но это позволит вкупе по приезду в какой-то населенный пункт, небольшой особенно, оказать качественные медицинские услуги тем людям, тем гражданам, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому я уверен, что здравоохранение не просто на словах, а на деле будет сегодня одним из приоритетов в социальной политике нашего государства и нашей Кировской области. За счет чего? За счет чего, вы спрашиваете, да? Так вот смотри, за счет чего? Я уже говорил о том, что сегодня мы последние 15 лет тратили десятки триллионов рублей на оборонную промышленность, на армию. Сегодня затраты в том объеме, который тогда вкладывались, они в таком объеме не нужны. И вот высвобождение тех затрат, которые направлялись на создание мощной обороноспособной армии, вот сегодня это будет направляться как раз вот все и в социальную сферу, и в промышленность, о чем я уже говорил. Угу, вот откуда деньги. Понятно. Возвращаясь к социальным проектам, касающихся медицины в нашем регионе, видите ли вы результаты работы заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова, который очень плотно занялся медициной с момента своего прихода на этот пост, и даже внешние видны некоторые изменения? Безусловно, есть результаты, и не только возрождение. Я оцениваю положительно, позитивно. Не только возрождение качественных медицинских услуг, но и в создание новых медицинских учреждений. Например, гемодиализ, да, то, что было раньше, вообще не было на территории Кировской области. Ну, не в том объеме и не в том качестве. Не было в районах. И не того качества. А сейчас не только в Кирове, но и в районах есть такие структуры медицинские, которые решают проблемы. Хорошо, с этим понятно. Это понятно. Давайте перейдем к дорогам, в которые вы сказали, что очевидно, что они меняются к лучшему, и дороги стали лучше. Ну, про федеральные трассы ничего не буду говорить, их латают лучше. Не могу сказать, что их делают так, как их делают, опять же, даже в той же Белоруссии, потому что они умирают не через 8-12 лет, а раньше. На эту тему поспорим, я с вами готов построить. Моя машина говорит об этом. Ну, вы говорите о трассе Киров-Москва, например, да, или Киров-Пермь, условно говоря. Да. А я говорю вообще о трассах в целом, масштабах Российской Федерации. Нас интересует Кировская область, вы же понимаете, Вячеслав Степанович. Вот давайте перейдем все-таки к дорогам, на которые выделены федеральные деньги по программе «Безопасные качественные дороги». Нам нужно было показать в прошлом году
году не качество этих дорог, а километраж, на который эти деньги ушли. Не кажется ли вам, что таким образом закладывается порочная практика размазывания, просто размазывания, да, тонким слоем этих денег по дорогам, и они точно так же будут смываться, там, смываться эти деньги, и дороги будут разрушаться, и вновь и вновь вкачиваться в одни и те же участки. То есть мы не приходим, у нас нет, и это очевидно, тут вы, наверное, со мной спорить не будете, капитального строительства дорог. Или все-таки вы считаете, что это не так? Знаете, то, что мы с вами считаем, это, может быть, конечно, важно, но не окончательно. Нужно просто спросить у тех, кто непосредственно постоянно ездит по этим дорогам. Мы ездим. Я езжу непосредственно, постоянно я водитель. И легковых автомобилей. И большегрузные вам скажут, дорога Киров-Русская уже сползает. И, это было заложено в конкурсной документации, это заложено в самом проекте. Нет строительства капитального дорог. Безусловно. Нужно показать километраж. Безусловно. Новых дорог, которые строятся по новому направлению, нет. Содержать те дороги, которые сегодня есть у нас, в том числе федеральные, вот с передачей федеральной трассы Пермь-Кострома, качество этой дороги улучшилось. Вы опять к федеральным трассам. Давайте не к федеральным. Еще раз говорю, вот смотрите, невозможно сделать все сразу одновременно. Все одновременно сделать невозможно. Да сколько мы будем ждать-то, Вячеслав Степанович? Вот смотрите, вот сейчас еще раз опять обращаюсь к посланию. Уже федеральные деньги пришли, еще все равно. Обращаюсь, да, вот мы получили миллиард в прошлом году. Ну. Качество дорог стало лучше. Но до тех пор, пока через город Киров будет проходить грузовой транспорт напрямую, как его не ремонтируют, как капитальное дело, все равно трасса будет разбиваться. Для этого необходимо что сделать? Необходимо построить обход вокруг города Кирова. Тогда и качество дорог в городе Кирове, и даже дороги, которые будут находиться в сопредельной части с федеральной трассы, тогда будут они в лучшем состоянии. Сегодня этот проект тоже находится в планах и приоритетах работы правительства Кировской области. И уже есть соответствующие проговоры и с Министерством транспорта. Кстати, министр транспорта недавно тоже побывал в Кировской области. Замминистра побывал, замминистра не приехал. Ну, приедет, значит, еще министр приедет, если надо. Замминистра строительства приезжал министр транспорта. Побывали, посмотрели и подписали, в том числе, соответствующие документы о строительстве, о выделении бюджетных средств, в том числе, на строительство дороги в обход Кирова. Да, это не так быстро, может, это не сегодня, не завтра, но в течение 2-3 лет эта проблема сдвинется с места. И вот выделение в целом масштаба, в том числе и на Кировской области, на ближайшие 6 лет 11 триллионов, это не на федеральные трассы. Это вот как раз на трассы, которые будут региональные и муниципального уровня. Слушайте, когда мы ездим по городу Казани или по городу Москве, то, конечно, плакать хочется, вспоминая, как мы ездим по городу Кирова. Знаете, 10 лет назад... И ощущение жесткой несправедливости и разрыва регионов. 10 лет назад дороги в Казани и Москве были точно такие же. Почему такая разница большая? Объясните. А вы знаете, разница небольшая. Разница в том, что и Казань, и Москва – это города международного значения. Универсиада в Москве, универсиада в Казани потребовала строительства новой системы. А в маленьких городах Европы или Америки прекрасные дороги. И ничего, они не мирового значения. Я не знаю, как часто вы ездите по маленьким городам Европы. Я, например, я часто езжу по маленьким городам. Там нет таких ям и такой колейности и так далее. Колейности, да, потому что там нет таких больших грузных автомобилей, которые ходят по территории Российской Федерации. И не только российские грузовики, а международные. Соединение Восток-Запад. То есть вы считаете, что технологии у нас применяются новейшие, дороги хорошие, все проблемы в высших грузах. Нет предела для совершенства. И даже самая совершенная технология, завтра она будет устаревшей. Безусловно, сегодня еще раз возвращаясь к нашей научной составляющей, есть сегодня разработки, которые должны внедрить в ближайшее время, я в этом также уверен, которые позволят сделать качество дорожного покрытия гораздо выше. Не скрываю, что есть такие случаи, когда недобросовестные подрядчики, исполнители, по большому счету, аферисты выигрывают. Несовершенство, в том числе здесь, несовершенство законодательства. Тот же 44-й закон, который уже всем, наверное, плеш проел, задумывался как панацея от всех бед, однако, к сожалению, на всякую хитрую, кажется, задумку всегда найдется желающий эту хитроумную задумку обойти вокруг. Поэтому нет предела для совершенства, в том числе здесь. Здесь важно не в законе дело. Строгость российских законов, к сожалению, компенсируется необязательностью их исполнения. Да. Здесь исполнительная дисциплина и надзорные меры за проведением подобных работ, безусловно, требуют дальнейшего совершенства. И оставшиеся 3 минуты я хотела бы, чтобы вы прокомментировали ожидания Ильи Шульгина, главы администрации города Кирова. Его спросили, чего он ждет, каких шагов ждет от новоизбранного президента Российской Федерации. Он сказал, что я жду от президента шагов, которые
которые позволят регионам раскрыть свои возможности. Нам просто нужно немного внимания со стороны федерального центра, например, различные программы развития, подкрепленные определенным финансированием. Тут уж не стоит там сравнивать действительно с Казанью, там и собственных доходов достаточное количество, и действительно статус этого региона, и действительно мероприятия, которые там международного уровня проходили. Для Кировской области, как вы считаете, реально ли действительно вхождение в какие-то программы, и можно ли еще что-то придумать для таких депрессивных регионов, как наш? Ну, я бы не называл абсолютно депрессивным регионом. Это научное определение нашего региона. Я бы не называл абсолютно депрессивным. С экономической точки зрения. С экономической точки зрения. Улыбается регион на улицах, вы же не до конца раскрытым потенциалом. Я бы так его называл. А не депрессивным. Не надо обижать кировчан. Я не обижаю кировчан, я экономика кировскую просто, даже не я. У нас есть все возможности для того, чтобы реально развиваться. Мы можем хорошо развиваться. Что насчет федеральных программ? Вот федеральных программ достаточно много, в которые мы можем войти и поучаствовать. Это программы, связанные с туризмом, это программы, связанные, опять же, с сельским хозяйством, это программы, связанные с деревообработкой и перерабатывающей промышленностью. Чего конкретно Кировской области сейчас не хватает? Вот что тормозит наше развитие, чтобы мы вот так вот встали на ноги? Не хватает времени. Да. Да. Я считаю, что сегодня у Кировской области сегодня есть все предпосылки для того, чтобы достаточно в недалеком будущем стать более процветающим краем. А какие это предпосылки? А для этого есть внимание федерального центра. В чем оно заключается? В том числе выделение финансовых ресурсов. Для этого есть программы, о которых вы говорите. На программу дорожного строительства, на программу совершенствования здравоохранения. То есть денег нам выделяется достаточно? Денег никогда не бывает достаточно. Так. Никогда не бывает. Но то, что но нужно... Вы говорите, у нас ресурсов много. Ресурсы... А живем мы по-прежнему в не лучшем городе на Земле, так скажем, мягко. Правда же? Ну, Вячеслав Степанович. Ну, не в лучшем городе, безусловно, но в городе, в регионе потенциальных возможностей. У нас сегодня у руководства и области, и города достаточно квалифицированные кадры. Я считаю, тот же Шульгин, на которого ссылаюсь, это очень опытный и эффективный управленец. Я уверен, что в том числе под его руководством можно сделать многие, что в самом городе Кирове. Окей. Любите ли вы велосипед? У нас Конечно. Остается минута. Конечно, люблю. В городе там большое движение идет по открытию велошколы. Велошколе требуется 20 миллионов для ремонта здания, которое ей безвозмездно выделяет городской бюджет. Где взять 20 миллионов? Вот и вы, как экономист, скажите. Нужно смотреть резервы бюджета. Нет их. Вы откуда знаете, что мы обсудим. Я вхожу в группу рабочую. Могу вам это четко хорошо, сказать. Что вы входите в рабочую группу. Их нет. Еще где раз, можно что? Найти 20 миллионов на велошколу? Напрямую, может, и нет. А вот за счет того, чтобы посмотреть, какие есть резервы, в том числе в бюджете, а также привлечь спонсоров или инвесторов, частных инвесторов, я думаю, что это вполне реально для того, чтобы решить эту проблему. Как в Москве, например. ВТБ все велосипедные проекты спонсируют. Вы знаете, а в Кирове? Там немножко не так. Они не столько спонсируются, они окупаемые, эти проекты. Это бизнес-проект не только ВТБ, но и Сбербанка. Угу. Такие крупные структуры финансовые, банки. В маленьких регионах не будут работать. Как ВТБ и Сбербанк, они просто так даром ничего не делают. Поэтому... То есть к ним идти нам бесполезно. Им не интересен этот бизнес для масштабов Кировской. Если еще что-то, то да, тогда можно рассматривать. Но чисто, вот, как говорится, велосипедная дорожка или развитие велосообщения в чистом виде здесь, конечно, экономика не работает. Это грустно слышать. Нужно то, что находить. Вот как раз я и говорил о чем? О том, что есть резервы. Значит, вот нужно посмотреть не только на развитие велосипеда, да, но посмотреть вкупе, с чем можно привлечь инвестора на реализацию комплексного проекта. То есть все-таки нужно, чтобы чиновники задумывались, не просто там взывали, там, да, например, поучаствуйте, а сели Безусловно. За стол переговоров. Не просто и переговоры, что-то чтобы предлагали конкретные варианты развития той или иной сферы. Велосипед для этого будет, либо еще какие-то спорт или еще что-то. Безусловно, это все процесс творческий. Его можно и нужно обсуждать, нужно рассматривать проекты, варианты, изучать опыт других регионов, где такая проблема решилась тем или иным способом. Я думаю, что все это было вполне возможно. Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, был в программе «Особое мнение». Благодарю вас и всего хорошего. До свидания. Особое мнение на 101 FM.